Не успел я вам название показать. С кем играем? Все время одни финны что-то стали попадаться. Играем Hot Champions, вторая игра, первую выиграли. Охренительный матч, конечно, за финна обидно, за 23 секунды. Так, ну, он меня переиграл реально, но у меня как-то вратарь все подряд отбивал. И Дешенс за 20 секунд до конца матча забил гол. Итак, второй матч Hot Championship, поехали. Подноженция подоспела. Хьюз, наверное, 87-й. Отбился парень. Ага, вот так умеет выбивать, да? Зря он так, конечно, вперед полез. На этом уровне не надо. Тем более в меньшинстве, да, я про это. Хорош, какой-то игрок. Убежал-то неплохо. Так, у меня удаление. Мэтьюс. Вот Мэтьюс, это, ребят, слабоват. Честно, все время. Так, опять у меня на вбрасывании Кейт Качук. Вот он, Ткачук. Первый гол вообще за ком... А, нет, второй он из компьютера еще один раз забил, когда я его тестил. Да, фига себе, щелкать шайбы не видно. Ай. Удаление, а. Оторвался от шайбы, чувак. Я его встретил. Ну, потерял шайбу, да. Получается, он атака игрока, не владеющего шайбой.
как-то пустые ворота мы не сделали гол. Так, паузу соперник нажал. А зачем, я не знаю. Опять удаление. Что ж такое-то? Отставили клюшку, смотрите, как шайба улетела далеко. Да куда вы побежали-то, мои-то? Там я уже контролировал. А! Да, первый период выстоял. Повезло сейчас чуваку. Перволайн хорошо сыграл. Я, честно, ребят, расслабился немножко. Он меня так подусыпил. Надо собраться и посерьезнее действовать. А нет удаления здесь? Я же не без шайбы был, меня-то за это удалили.
Качок делает счет 3-1. Да, слушайте, бомба. Игрок-то бомба. Только взял и вытаскивает мне хат чемпионс получается. Но. Ой, ребят, напряжение такое в воздухе витает. Стараюсь не пропустить и контролировать. Так, честно, тяжело комментировать. Конечно, хорошо бы еще пару голов забить, но... Это навес на ворота, R1 плюс X, я вас учил. Извиняюсь, если это громко сказано, я вас учил, но я имею в виду, я вам показывал видео, да, может, меня не обижайтесь, кто... Да, но здесь я, конечно, не забил, но абсолютный голевой момент.
Слушайте, это швед, я понял. У него, смотрите, форма шведа с минимальным пингом. Швед. То есть Кэт Качук, ребят, 3 гола. В третьем звене чувак играет. В третьем звене. Шведу. Пинг. 4 у шведа. Вот разорвал шведа с пингом. 4. Да какой 4? У них пинг 1. Он же сервер-то в Швеции у него. Сложный. Сами понимаете, сложный. Точно первый дивизион. Сложный швед. Кто бы что ни говорил. Фух. Две победы из двух есть, уж сил нет играть. Ну, посмотрим. Вся рука болит теперь. Какое-то напряжение, так сказать. Не пойми, что за составы у них гличевые у этих шведов. Ну, с этим пингом своим, сами понимаете. Маркстерм, X-Factor, нифига себе он зарядил. Все, ребят. Спасибо за просмотр. Хорошее настроение. Пока-пока. Чао, какао.